Уважаемые друзья, уважаемые гости Кинефа, гости нашего города, сегодня у нас очень знаменательный день. Мы сегодня показываем всю красоту водного поло, начиная от детей дошкольного периода, заканчивая чемпионами России и 6 игроков, бронзовые призеры Олимпийских игр. У нас очень большие с вами традиции, и надеюсь, что сегодня Господь Бог нам поможет, и мы увидим красивую игру в финале Кубка Четырех.